воскресенье в Самарской области ожидается пасмурная погода, местами осадки в виде дождя, температура днем плюс 10, плюс 13 градусов, ночью 6-8, выше 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 13, ночью плюс 7 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и без осадков, температура воздуха днем плюс 13, ночью 6 градусов выше 0, ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь, днем плюс 12 градусов, ночью плюс 4, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.